каждом из нас скрывается бриллиант и неописуемая красота. Вот я, например, свою красоту выпустил наружу и теперь словно сияю. А что вам мешает увидеть еще одну грань своего очарования? Сейчас я вам докажу, что совсем немного нужно времени и усилий, чтобы выглядеть изумительно. Ежедневно на своем пути мы встречаем сотни случайных прохожих, и так легко потеряться в этой толпе. Современная девушка должна всегда выглядеть особенно, чтобы в нужный момент ее заметили. Кажется, этой дамочке нужна помощь. Британские ученые подсчитали, что современная женщина тратит 5 дней в году на то, чтобы полюбоваться на себя в зеркало. Согласитесь, не так уж это и много, ведь красота работает на вас круглосуточно и без выходных. На нее часто нет времени, и приходится отказывать себе в удовольствии поэкспериментировать. Вот так жизнь, как рулетка. Сначала ее раскручиваем сами, а потом даже нет полчасика на себя любимую. Не беспокойтесь, я вам дам такой заряд, что все дела сами по себе справятся. Ну, если недолго... Не бойся, здесь недалеко, мы под камерами. Ну, давайте попробуем. Даже если вы знаете, какая косметика подходит вам идеально, стоит иногда обратиться к специалисту. Он найдет, чем порадовать вашу кожу. Как зовут? Юлия. Юлечка, сейчас немножко термальной водички для того, чтобы лицо наше немножко увлажнилось, приобрело сияющий, эластичный вид. Юлечка, заметьте, вот что касается нашего макияжа, всего лишь готов легкий тон. Оно уже фактически ничего не нужно. Реснички, легкий блеск, и вы уже почти неотразимы. Обязательно на что нужно припудрить, чтобы он хорошо держался и убрал излишки нашего блеска кожи лица. Румяные тени удобнее наносить поверх пудры. Так цвет ложится ровнее. Сейчас мы сделаем коррекцию лица. Немножко нанесем румяна на скулки. Мы скоро закончим, и вы себя увидите в новом образе, Как получается? Хорошо? Я думаю, вы все неотразимы. Ну, я не уделяла столько внимания, теперь, конечно, я пересмотрю свои секреты макияжа, почерпну ваши идеи. Для того, чтобы быть стильной, не нужно гнаться за модой и пытаться скопировать определенную модную тенденцию. Просто нужно уметь подать в выгодном свете вашу индивидуальность. Правильно подобранный элемент гардероба – это еще один шаг вперед на пути к вашему уникальному и гармоничному стилю. Юлечка, предлагаю вам всегда актуальный алый цвет, наш вечерний наряд. О, я побаиваюсь красного цвета, он настолько агрессивный. Я думаю, вы будете в нем неотразимы. И к нему еще наша обувь. Пойдемте померяем. Не стоит бояться яркости. На пике популярности насыщенные оттенки. Коралловый, красный, садолитовый синий и провокационный оранжевый танжерин. Это ваш образ. Спасибо большое, что открыли новые грани моей красоты. Милые дамы, запомните, что любому вашему образу необходим главный завершающий штрих – ослепительная улыбка. Юлечка, я очень рад, что вы не побоялись наших экспериментов и согласились на нашу реставрацию. Хочу поблагодарить вас, спасибо, чтобы вы всегда сияли, были такой же яркой, как сейчас, и блеск ваших глаз не сходил. Спасибо вам. Каждый из нас сам себе имиджмейкер, осознанно или нет, но мы ежедневно выбираем себе уникальный стиль, по которому нас оценивают окружающие. И нужно так немного, чтобы выглядеть эффектно и смотреться в зеркало чаще и с удовольствием. Желаю вам быть успешными в процессе поиска собственного стиля. Ведь можно преображаться до бесконечности. Проявите мужество в этом деле. Научитесь ценить свою неповторимую индивидуальность.